В музее истории БАМ открылась выставка одного предмета. Это кресло для отдыха, выполненное в 1989 году мастером резьбы по дереву Евгением Петровичем Жигулевым. В 2006 году он принят в Союз художников России и Международную федерацию художников. Кресло изготовлено из древесины сосны и березы. В технике объемная и рельефная резьба. Работа ручная. Кресло изготовлено в единственном экземпляре и не имеет аналогов. Оно демонстрировалось на выставке в Галерее русского искусства в городе Отару, Японии, с 1989 по 1991 годы. С японской стороны автору поступали предложения о продаже изделия. В фондах музея хранятся 46 работ мастера Жигулева, 43 из которых переданы в дар.